Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей студии наш любимый друг, директор Института истории государства Эркан Эвлий. Мы поговорим о том, что же изменится в системе науки, в системе финансирования научных исследований после выхода послания Касым-Жомарта Токаева. Ведь, как известно, президент дал несколько интересных месседжей, которые касаются экономики и экономики науки. Вот. И это очень важные вопросы, без которых наука двигаться просто не будет. Она встанет. Почему? Казалось бы, есть все. Научные институты, есть кадры, профессора, доктора, есть молодые исследователи, но нету финансирования. Вот это вот краеугольного камня, из-за которого стоит весь научный процесс. Что же изменится в научной сфере после тех месседжей, которые произнес Касым-Жомарт Токаев? Добрый день. Вот, я бы даже сказал не то, что нет финансирования, да, финансы есть. Финансы есть. Механизм был, механизм существовал, но он вызывал очень много вопросов. И достаточно сложный, наверное, да. Бюрократический был. Когда Наполеона спрашивали, что нужно для ведения войны, он говорил, что для войны всего три вещи нужны. Это деньги, деньги и деньги. В принципе, в науке тот же самый принцип работает. Сейчас вот в послании были озвучены очень интересные такие направления вот в реформировании финансирования науки. Научное сообщество об этом говорило давно. И я могу сказать, что вот те вещи, которые были озвучены президентом, они вот научным сообществом как раз и предлагались. То есть президент услышал, да? Да. То самое слышащее государство. Вот эти в течение вот последнего, наверное, года они вот артикулированы были, вот эти предложения, на разных уровнях, и национальные научные советы, и на уровне Министерства образования, Комитета науки. Вот эти предложения собирались и на разных площадках озвучивались. Дело в том, что вот у нас 10-15 лет последние была сделана вот такая ошибка в финансировании науки. Ну, понятно, что, как всегда, да, хотели как лучше и хотели финансирование науки перевести на такой общемировой, как бы, стандарт, когда государство практически в финансирование там, как, большинства научных проектов не вмешивается, кроме каких-то там фундаментальных собственно, государственного заказа. Да? И наука делается в основном в университетах. Вот. Но, такой известный мировой подход. Да, да, мировой подход известный, он действительно работает. Но, как всегда, схема она была очень красивая, она действительно была логичная и в какой-то мере где-то она вот сработала. Но в большинстве случаев она столкнулась с нашей действительностью и с нашей структурой экономики. То есть не под нашу реальность? Не совсем под нашу реальность. Возможно, наша экономика когда-то вот к этому уровню подойдет. И, и сейчас у нас есть коммерциализированные научные проекты. Есть они. Вот. Но у нас получилось так, что за рамками финансирования фактически остались гуманитарные науки и остались те направления, где тяжело коммерциализировать в нашей экономике, но очень важные с точки зрения государственной безопасности. Идеологии. Идеологии, да. Вот. Ну вот идеология, да, литература, значит, филология, история, философия. Политология. Политология, да. И, скажем, такие направления, вот, которые тяжело вот в наших условиях коммерциализировать, такие как, например, ну, сейсмология, ядерная физика. Да, вот тот известный события с институтом. Конечно. Они как бы вот немножко остались в стороне. Там коммерциализировать очень тяжело в наших условиях. Есть очень много направлений, где коммерциализировать можно было бы, но есть вопросы национальной безопасности, там, скажем, водные ресурсы, земельные ресурсы. Там есть вопросы, которые, наоборот, надо оставить как бы эти темы закрытыми, связанными с этими вопросами. Конечно, в первую очередь это национальная безопасность. И вот этот момент был неучтенный. И поэтому плюс финансирование грантовых проектов один раз в три года. И получалось так, что целые научные коллективы на три года оставались вообще без финансирования. Вот. И это, ну, такой урон нанесло, конечно, отечественной науке.
очень хорошо. Результаты, да? Да, да. И вот где-то, наверное, года два назад ситуация начала меняться. Во-первых, перешли к грантовому финансированию ежегодному. Вот. Затем увеличили срок до 3 лет. Это благодаря введению 3-летних бюджетов. Ага. Вот. Но здесь опять-таки встал такой момент. Это очень все, безусловно, было хорошо, но многие мои коллеги говорили о том, что 3 года тоже недостаточно. Для проведения больших масштабных фундаментальных тем 3 года во многих научных отраслях недостаточно. Ну, может быть, где-то даже требуется и более длительный срок. Конечно, конечно. Есть научные отрасли, где, к большому сожалению, циклы, скажем, научных исследований изменить невозможно, потому что они связаны с природными циклами. Те же, скажем, ветеринары, те же самые агротехнология, та же самая, да, там для накопления определенного материала нужно больше 3 лет. Несомненно. Для тех же проведения селекционных работ, например. Для каких-то крупных исследований в той же гуманитарной сфере, для накопления определенного материала, скажем, ну, демографических, да, каких-то циклов, экономических. Статистических, конечно, нарративных, конечно, и других, конечно, материалов. Те же экономические циклы, они не бывают 3-летними. Вот, поэтому, а здесь вот столкнулась с нашей вот этой практикой 3-летнего финансирования. Тоже очень тяжело этот двигался вопрос, но ничего нерешаемого нет. И то, что вот было озвучено президентом, вот это, безусловно, я думаю, большой шаг будет вперед. Угу. Сразу же с 1 января, думаю, изменения вряд ли стоит ожидать. А почему нет? Вот, но накопительный эффект он обязательно будет. Ведь если сейчас всем подразделениям, ведомствам дадут необходимые поручения, то есть кто отвечает за финансирование, кто отвечает за исполнение, кто заказчик, да, там, кто подрядчик, соответственно, вопросы бюджета должны быть решены до того момента, как его примут. И, соответственно, с января он уже будет действовать, строго выполняя вот поручения президента. Да, тут сейчас вот самая главная задача сейчас теперь грамотно в законодательстве изменения провести. Вот, там вот по национальным научным советам тоже было поручение ввести институт апелляции. Потому что здесь взаимосвязано. 5-летние гранты – это почти в 2 раза больше финансирования в среднем каждого проекта. И, соответственно, риски вырастают. Есть коррупционные риски, что там греха таить, да? Есть риски обычных ошибок. Ошибок экспертов. Эксперты тоже люди, правильно? Вот. Где-то, может быть, автор этого гранта, готовя заявку, тоже какую-то ошибку допустил, но грант этот потенциально может принести огромную пользу стране, например. А здесь вообще нет никакого института, который мог бы законно пересмотреть результаты проведения конкурса. Ну, мне кажется, есть же какие-то государственные органы, которые отвечают за то, чтобы минимизировать риски. Да? Ну, здесь, видите, решение Национального совета научного, оно окончательное. Ему подчиняется министр. И суды не будут рассматривать этот вопрос, потому что по закону окончательное решение. Но у нас даже решения судов они не являются окончательными, если институт апелляции. Поэтому отсутствие института апелляции по решениям научных советов, оно вообще вызывало всегда очень много вопросов. И отсюда и критика, иногда обоснованная, чаще необоснованная. Но в средствах массовой информации всегда же у нас по решениям научных советов после каждого вот цикла грантового финансирования конкурса у нас возникало очень много вопросов. Очень много, да. Потому что СМИ, в социальных сетях, конечно, эти вопросы поднимались. Понятно, что заявки же не все проходят. Львиная доля их как раз не проходит. И там часть соглашается, говорят, да, где-то мы, может быть, тема не очень актуальна, где-то, может быть, некачественно подготовили заявку. Но всегда есть люди, которые сомневаются именно в компетентности национальных научных советов. Этот институт апелляции их защитит в том числе от этих обвинений. Поэтому я думаю, это вот именно как... Какая? Научная прокуратура? Ну, для того, чтобы по крайней мере не было сомнений вот в научной этике, вот, в объективности решения. Принципов, объективности, да. Если эта апелляция будет организована, скажем, открыто,
Соответственно, у всех, кто сомневается, в том числе у журналистов, которые вообще такие темы любят, вот, у них тоже будет возможность посмотреть, а в чем, собственно, дело, почему был тот или иной проект отклонен, и действительно ли это было объективно. И таким образом, я думаю, это было логичное решение, которое вот сейчас должно найти просто вот место свое, оформиться вот в изменении, скажем, в законодательных актах. Но сколько времени ушло на то, чтобы к этому прийти? Ну, это все обсуждалось. Это все обсуждалось. Совет молодых ученых тоже молодцы. Вот они эту приняли тему, активное они участие. Очень сильно раскачивали эту тему. И, собственно, вот хорошая практика сейчас периодически они и с исполнительной властью встречаются. Есть возможность вот это вот артикулировать, доносить вот эту точку зрения научного сообщества до исполнительной власти. Наука вообще сама по себе отрасль достаточно консервативная вот, в плане менеджмента науки. Вот. И у нас такая эволюция вот, национальных научных советов, она хорошо видится. Вот мэтров, которые благодаря там, прежним заслугам да, руководили, собственно, ученых, которые сейчас работают. Вот. Я думаю, что там определенный баланс должен быть. Но вот эта вот консервативность научной среды, она очень положительную свою роль играет, но в то же время вот те институты, которые сейчас выстраиваются, они позволят немножко минимизировать риск от слишком уж консервативного отношения к науке. Ну, наверное, создадут такие определенные оптимальные условия, да, для научных исследователей, чтобы представить Национальному совету именно не только классические какие-то строгие научные проекты, но и современные, такие более прорывные. Да, у ученых-то спор идет в основном, например, по критериям оценки. Во-первых, да, самого проекта, и во-вторых, значит, исследователей. Вот, очень много споров идет там по необходимости применения индекса цитирования, значит, там индекс Хирша, там, предположим, да. Все спотыкаются. Все спотыкаются. Ну, я понимаю логику тех, которые говорят, вообще не надо их, потому что это не объективно. Да, это не очень объективно, согласен. Но с другой стороны, это единственный измеряемый критерий, потому что все остальное это опять это почивание на лаврах, издание монографий, которые не читаются, и так далее. Ну, я думаю, не только, я могу говорить вот за историческую науку, но я думаю, что представители других сфер тоже присоединятся ко мне. Абсолютно. Это очень большой и болезненный вопрос на сегодняшний день. Например, я за то, чтобы вот индекс Хирша в каких-то, вот, в каких-то, скажем, направлениях его оставить. Для того, чтобы какое-то формальное хотя бы измерение, какой-то формальный там, признак какой-то оставался. Вот. Я как историк хочу сказать, да, например, гуманитариям тяжелее публиковаться в каких-то рейтинговых журналах, но тяжелее это не означает невозможно. То есть они публикуются. Публикуются, да. Но это тоже проблема вот с этими научными публикациями в высокорейтинговых зарубежных журналах. Вот, уже неоднократно поднимался эта проблема, что поскольку попасть в такие высокорейтинговые цитируемые журналы молодые исследователи не могут, они вынуждены складываться и покупать какие-то. Ну, это вопрос тоже, этот вопрос тоже он обсуждается. Желательно, конечно, не пользоваться услугами посредников и не покупать. Многие журналы публикуют абсолютно бесплатно. Другое дело, что период тогда публикации он будет дольше. То есть, вот. Да. Тщательно проверяют, отправляют, да, ссылают обратно. Соответственно, вот этот вот и грантовое финансирование тоже с этим же связано период. Ну, сейчас, например, уже послабление было сделано. Сейчас для того, чтобы приняли, вот, скажем, эту работу как выполненную, достаточно того, что документ есть, что редакция приняла к публикации эту статью. Уже. Это хотя уже бы так. Большой такой вот плюс. Понятно, что молодым исследователям сложнее бывает публиковаться, потому что, ну, у них нет имени.
До этого надо расти еще. Да. Правильно, ну вот, вот она для этого существует, докторантура, постдокторантура. Сейчас докторанты приходят, 3 года, есть публикация, нет публикации. Чем вы занимались 3 года? Вопрос. Угу. За 3 года можно опубликоваться. Я понимаю, что... В данном случае нужно опубликоваться. Конечно. Здесь уже дальше мы вытягиваем вопрос причины качества подготовки докторантов, качества подготовки магистрантов. Качество подготовки именно вот научных компетенций в университетах. Угу. То есть это очень большой круг проблем, который вот как это, закончик начинаешь вытягивать, да. И вот этот клубок весь разматывается. Вот. Поэтому несколько раз звучали предложения, и вот тоже президент их поддерживал, тоже озвучивал их. Потенциал, который есть в научно-исследовательских институтах, подключить к подготовке докторантов в вузах. Абсолютно резонно. Потому что это, у нас получилось, что это два абсолютно как бы параллельно существующих мира. Это так называемая академическая наука, хотя любая наука, она должна быть академической. Но у нас так сложилось, что существует так называемая академическая наука, не связанная напрямую с системой образования. Да. И какая-то наука в системе образования, говорят, университетская наука, которая не использует потенциал научно-исследовательских институтов. А наша специфика такова, что в советское время как раз вот самые такие сильные научные кадры концентрировались вот в этих институтах Академии наук. Там, соответственно, традиции, там были самые сильные диссертационные советы. Вот. И вот эта инерция у нас осталась, и потенциал очень сильный до сих пор. Вот при всех этих сложностях, да, с финансированием, до сих пор очень сильный потенциал. Но университеты его слабо использовали. Это тоже было связано, у них тоже не от хорошей жизни, там опять-таки зарплаты профессоров, значит, нехватка часов. Тут еще, значит, приглашать доктора наук в научно-исследовательский институт, когда у тебя на кафедре твоим преподавателям часов не хватает. Вот именно. Да. То есть здесь вот эту систему нам надо выстраивать каким-то образом. Потому что у нас две реформы в системе высшего образования, в системе науки, они тоже параллельно шли. Вот. Сейчас вот только начинаем мы обратно их увязывать, друг с другом связывать. Возможно, да, эволюция вот, наших вот этих институтов, может быть, и приведет к той системе, которая сейчас во всем мире существует, когда наука будет делаться в университетах, не в тех университетах, которые у нас сейчас есть, а вот действительно университет в прямом смысле этого слова не только как образовательный, но и как научный центр. Будем но надеяться, здесь да. Надо опять законодательную базу подводить под это дело. То есть, как бы, у нас перед глазами весь мир, да, научный мир, зарубежный, скажем так. И мы видим, как там развивается наука. И они, в принципе, достаточно хорошо и комфортно себя чувствуют. Не, ну это нам так кажется. Мы с учеными беседовали, у них те же проблемы, они плачутся, говорят, вот не получилось там грант получить, придется, наверное, университет поменять и так далее. Вот. Существует очень большая мобильность профессоров, скажем, между университетами. Вот. Это хорошо или плохо? Ну, есть там свои плюсы в этом, есть свои минусы. Вот. Конечно, любой профессор хотел бы какой-то стабильности, работать в определенном научном центре и там не отвлекаться, не думать о том, что будет, когда завершится твоя тема грантового финансирования, например. Вот. И есть ученые, которые работают на корпорации, там, соответственно, меньше свободы творчества, да. Там есть определенный заказ. Вот. Есть ученые, которые благодаря там, выплате роялти могут не беспокоиться там, о грантах. Прекрасно. Давать свободу своему творчеству. То есть научный мир, он очень большой и очень разнообразный. Вот. Говорить, что где-то сумели создать какой-то рай для ученых, это сложно. Везде надо работать. Везде надо работать. Нет практически, наверное, ни одной страны, где можно было бы, как вот раньше говорили, защитил диссертацию, значит, 15 там, минут позора и обеспечен на всю жизнь. Да, советская шутка. Да, советская шутка. Такого нигде, конечно, нету. Но, тем не менее, мы прекрасно знаем, что труд ученого оценивается за рубежом иначе, чем в нас или на постсоветском пространстве. Да. Сегодня вот эту цифру озвучивала председатель комитета науки, там брифинг сегодня проходил, она озвучивала, что средняя заработная плата научного работника составляет 70, по-моему, 2, что ли, процента от средней заработной платы вообще в стране. То есть у нас средний ученый получает
В среднем. В среднем, да. Меньше, чем просто средний работник. Ну, конечно, это ненормально. И говорить о том, что наука может стать производительной силой, которой она должна быть в 21 веке, при таком уровне оплаты труда, конечно, нельзя. Это учитывая, что это средняя заработная плата, не минимальная. Да. Есть люди, которые больше получают, а есть, получается, и меньше. Ой, это вообще беда, беда. Вот просто иногда сидишь, смотришь и думаешь, вот сколько получают таксисты, да, доставщики пиццы. И при этом те люди, в которых вкладывали в их развитие, в их образование, это же все-таки государственные инвестиции. Конечно. Для того, чтобы создать научный какой-то кадр, какого-то работника. Это труд ученых, это затраты там на книги, на лекции, на и прочее, прочее. Ведь это немалые суммы. Да. И для того, чтобы ожидать от него какой-то адекватной отдачи, надо, соответственно, и ставить его статус и показывать его как бы материальное положение. Ну тоже. Вот сейчас, по крайней мере, по тем научным учреждениям, которые фундаментальной наукой занимаются, вот, вот если к посланию вернуться, там базовое финансирование, внедрение базового финансирования. Многие, конечно, не связанные с наукой, да, наверное, не поняли этот момент послания. Наверное. Вот, да. Но в свое время, вот как мы уже говорили, в попытке, значит, сделать финансирование науки по западному образцу, мы фактически убрали базовое финансирование для всех ученых, кроме администрации и технических работников, там, содержание зданий и так далее. Сами ученые, которые, собственно, производством нового, да, знания занимаются. Да. Да. Вот основная как бы масса, вот, без которых научный институт теряет смысл, они остались без постоянной зарплаты. То есть выиграл грант, получил, не выиграл — отдыхай. Отдыхай, да. Вот. И в прямом смысле по 2-3 года люди отдыхали, вынуждены были куда-то уходить, другое место работы находить. Вот. А институт он вроде как бы есть. Но какая наука может быть в институте, где сидит директор, бухгалтер, водитель и сторож? И техничка. Грубо говоря, да. Вот. И сейчас вот был поставлен вопрос о базовом финансировании, включении ведущих ученых. Я думаю, будет поставлен вопрос вообще в целом всех коллективов, именно по фундаментальным. Я не думаю, что это будет сразу очень большое, высокое, значит, финансирование, потому что в любом случае грантовое финансирование никто не отменял. То есть ты получаешь какую-то, грубо говоря, для поддержки штанов какую-то базовую зарплату, а выше, пожалуйста, хорошие, интересные, востребованные проекты и через систему грантового финансирования. Плюс есть такой инструмент, как программа целевое финансирование, то есть заказ государства. Вот у нас почему, например, в течение там года не могли раскачать работу Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Везде, так, когда мы проводили какие-то собрания, совещания, все упиралось в то, что ученые, там понятно, мы в Государственную комиссию вошли, там и представители министерств вошли, и представители Акимата, но не они же в архиве работают. Ну, естественно, да, конечно. Вот. А те, кто должен идти в архив, они не могли получить финансирование, потому что по нашему законодательству вроде бы государство и хочет дать деньги, но законного пути, как вот правильно это сделать, не могло найти. И вот единственная, скажем, программа целевого финансирования, вот буквально вот летом только началось финансирование, пошли деньги, а люди уже в течение года работали. Ну, не ожидая. Да, да, конечно, там на всех совещаниях, на всех уровнях ругались, почему так пассивно ходите в архивы, почему не работаете. Хотя понимали, что люди, собственно говоря, на голом энтузиазме, да, на обещаниях того, что мы вам обязательно заплатим, работали. Огромное спасибо, вот, особенно вот в регионах, там эти работники университетов, у них свои часы там есть. Ректоров просили там освободить их, сильно не загружать. Вот. Но слава богу, вот там программное целевое финансирование тоже, это же даже по законодательству при желании всех участников этого процесса быстро все решить, все равно есть процедура. Процедура, да, там принятия решений, подготовки документов, принятия решений, все это занимает определенное бюджетная время. Бюджетная заявка. Конечно, это постановление правительства, это как все хотят, и деньги есть, но все равно есть такая вот процедура. И она в каких-то местах она даже забюрократизирована. Это вот когда
скажем, администрация президента стала требовать быстрее этот процесс, дайте людям деньги, пусть они работают, столкнулись с тем, что сами госорганы столкнулись с тем, что забюрократизированы процедуры. И сами подняли вопрос о том, что многие моменты в принципе и не нужны. Угу. Можно вот, ну, опять-таки, сейчас законодательство надо вносить, идти в парламент, объяснять депутатам. Вот, ну, исследователи, в конце концов, конечно, они получили деньги, да, сейчас? Да, уже сейчас получили. Уже получили. Сейчас получили, сейчас работа активизировалась. Ну, по крайней мере, люди уже с хорошим настроением в архив идут. Конечно, уже на такси едут, наверное. Ну, да, понятно. То же самое вот написание семитомника. Она тоже вот долго ходили, значит, составляли авторские коллективы, составляли концепцию, структуру, тоже непростая работа, спорили, да? Ругались. Но все бесплатно. Угу. Вот. Сейчас вот заключили договор, и летом буквально эта вся работа пошла, потому что вот одобрили вот эту программу, ну, грант этот, программу целевую. Вот. Институт истории этнологии имени Валиханова, как главный оператор, получил деньги. Вот, заключили договора, и сейчас работа, уже настоящая работа началась. Отлично. Вот. И то, что вот как раз те поручения, которые в прошлом году президент давал, по семитомнику, по краткой истории Казахстана для иностранных читателей, по концепции, вот эта работа, сейчас вот пошло финансирование, работа началась. То есть при положительном решении, скажем, исполнительной власти, при доброй воле всех участников процесса, при наличии финансирования, вот как раз вот это вот забюрократизированность процедур самих, и несовершенство законодательства просто тормозило весь этот процесс.